В областной научно-универсальной библиотеке состоялась встреча с известным писателем Мархабатом Байгутом. Заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной премии «Алаш», почетный гражданин Туркестанской области, журналист, рассказал читателям о своей профессиональной деятельности. На встрече была презентована новая книга писателя «Туркулер Туре Туркестан», вышедшая в этом году. В книге «Туркулер Туре Туркестан» автор рассказывает об истории, описывает природу Великой Степи. Рассказывает о сыновьях народа, славных личностях, правителях, других деталях. Это книга обладателя премии за заслуги перед тюркским миром Мархабата Байгута, издана Тюркской академией. Сегодняшний вечер – заключительный вечер этого года. Ведь сколько библиотек провели мероприятия в честь 75-летия Мархабата Байгута. В связи с карантином в онлайн-формате были организованы различные мероприятия. Литературный вечер прошел в свободном формате. Участники могли задавать интересующие вопросы писателю. Мархабат Байгут рассказал о своей жизни и творчестве. Можно было бы многое написать, если бы времени было больше. Мы в основном работаем в субботу и воскресенье. Просто в другие дни не было возможности написать художественные произведения. Мархабат Байгут родился 25 мая 1945 года в Тулькубасском районе Туркестанской области. Свою трудовую деятельность начал в районной газете «Шамшырак». Долгие годы работал в областной газете «Оңтүстік Казахстан». Занимал ответственные должности в обкоме партии. С 1985 по 2001 годы работал руководителем областного отделения Союза писателей Казахстана, заведующим отделом внутренней политики аппарата администрации области. Маржан Журабай, Ербол Махашев, новости.